6 сентября 2019 года была создана спортивная организация Академия Олимпийского Таэквондо «Император». Данная спортивная организация была создана с целью популяризации таэквондо в ВТЭ в Украине, а также привлечения детей к занятиям спортом, к занятиям таэквондо, привлечению детей к здоровому образу жизни. Спортсмены Академии Олимпийского таэквондо «Император» тренируются на 5 спортивных базах. Утренние тренировки проходят на манеже ХТЗ, вечерние тренировки проходят по спортивным базам. Спортсмены, которые в Академии Олимпийского таэквондо, разных возрастных групп. Старшая возрастная группа – это, как правило, сборники Украины, которые представляют Украину на международной арене, на чемпионатах Европы, мира. Призеры, победители чемпионатов Европы, мира, участники юношеских Олимпийских игр. Есть претенденты на Олимпийские игры 2020. В планах на будущее – это привлечение как можно большего количества детей к занятиям спортом и здоровому образу жизни, чтобы дети не на улице болтались, а занимались делом, развивались как спортсмены, могли за себя постоять в сложной ситуации, которая бывает складывается, скажем так, на улице. А также росли как спортсмены, принимали участие в соревнованиях. И надеемся, что спортсмены нашего клуба в будущем будут принимать и достойно представлять Украину на европейских мировых первенствах, на Олимпийских играх. Спортивный клуб Академии Олимпийского таэквондо «Император» – це коло однодумців, яких об'єднує спільна ідея максимальної реалізації потенціалу спортсмена за рахунок інтегрування сучасного підходу в тренувальний процес. Олімпійське таеквондо, як і взагалі весь спорт, розвивається сильними кроками. І постійний науковий прогрес цього виду спорту неможливо зупинити. Створення саме такого клубу з такими принципами реалізації спортивних неможливо без якісного тренувального штабу, який вже налічує 5 тренерів, серед яких майстри спорту України, переможці та призери континентальних та міжконтинентальних першостей. Також матеріально-технічна база, спортзали, спеціалізовані бази для тренувань та сучасний інвентар для вирішення завдань тренувального процесу. Потрібно завжди бути в ногу з часом, а якщо пробувати мінімально випередити, то можливо і добитися результатів. Тому двері нашої спортивної сім'ї відкриті для всіх бажаючих займатися олімпійським видом спорту таеквондо. На примере этого зала можно посмотреть, как оборудованы все наши залы для тренировок. То есть мягкое покрытие, даянг на полу, системы вентиляции, на стенах тоже мягкие барьеры стоят, мешки, груши, комфортные раздевалки, душевые, санузлы. Все создано для комфорта спортсменов, для того, чтобы они полностью посвятили себя достижению тех целей, которые перед ними стоят. Перед нашей командой стоят большие цели. Это, конечно же, участие в Олимпийских играх. Для достижения этой цели мы, конечно же, упорно работаем. Тренируемся, как правило, 2 раза в день. Это утренняя тренировка на манеже ХТЗ и вечерняя тренировка по нашим базам спортивным. Также ездим на международные турниры для получения международного рейтинга. Участвуем и в всеукраинских турнирах. Помимо того, что мы представляем спортивную организацию Академии Олимпийского таэквондо «Император», также мы являемся спортсменами детско-юношеской спортивной школы ХТЗ. Наши основные задачи – это медали чемпионата мира, Европы и Олимпийских игр.